Как делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатипират Средиземноморский. Туруруту-туруруту-туруруту-туруруту. Я, кстати, все части «Пираты Карибского моря» пересмотрела, я все про пиратов знаю. И сегодня мы находимся там, где все жители города ездят в школу, в садик, на работу, в магазин не на автобусах и маршрутках, а на кораблях и лоточках. Мы находимся там, где детям на Новый год и день рождения дарят не игрушки там какие-то, машинки, куклы, нет. Дарят компас и карту сокровищ. И сегодня мы находимся там, где у всех утро начинается не с кружки чая или кофе, а с бутылки рома. Е-хо-хо, это якорь мне в ухо. Я точно узнала этот город, это же минеральные воды. Мы когда сюда приехали с дядей по маминой линии через бабушкино отцовство, то я сразу поняла, нас тогда пираты в заложники взяли и всю неделю просто ромом отпаивали. Было очень страшно, поэтому я сразу узнала, это минеральные воды, да. А в каком году ты в минеральных водах была? В 99-м. Так тебе год тогда был, ты же в 98-м родилась. А что, я тебе в годик не человек, что ли? И что, ты помнишь, что тебя в годик пираты похитили, да ты в годик еще даже ничего не соображал, откуда ты знаешь, что это пираты? У меня уникальный разум, я помню. Так. Слушай, ни в одной бочке нет. И вот что-то ту стукаю, везде так прям пусто. Ну вот нет такого звука, прям такого единственного звука, где должен сидеть бог Майнкрафта. Так ты бога Майнкрафта в бочках ищешь? Я думал, ты все это время бухлой, ну в смысле ром пиратский ищешь, а ты бога опять ищешь? Ты думаешь, бог Майнкрафта не может скрываться в бочках с ромом? Может, он сам там сидит и пьет? Я тебе обещаю, я тебе когда-нибудь в жизни устрою вот такую серию Майнкрафта, но где мы только будем искать бога Майнкрафта. Но не прячется он в таких очевидных местах, Кать. Если он где-то и прячется, то там, где мы его точно достать не сможем. Турурун-тун-тун-турун. Турурун-тун-турурун. Ну тебя в сраку. Не успели мы зайти в Майнкрафт, как увидели вот эту вот фиговину. Я даже боюсь предположить, что это такое. Но там виднеются какие-то дома. Это как будто деревня. Но это что за огромная вот эта дылда такая торчит, а? Это похоже на парусник, но он почему-то не в воде стоит. Очень странно. Если это корабль огроменный, то да, у меня тоже огроменный вопрос сложился, почему он на суше здесь находится. Слушай, Кать, я смотрел много фильмов... Ты чё орёшь, блядь, сердечный приступ чё тебе случился? Помоги, я упал. Слушай, ну ты посмотри, это самый натуральный, настоящий корабль. Давай, короче, сядем за него и поплывем куда-нибудь в Новосибирск вместе. Ага, на суше поплывем в Новосибирск из минеральных вод, да? Слушай, а я... Едрить, Кать, ты посмотри, сколько кактусов-то здесь. Аккуратно, чтобы жопу себе не кольнуть случайно. Так, а у меня вопрос, а почему... Что он на суше-то делает? Ну, смею предположить, что он заброшенный. Ну, кстати, да, так он не разброшен, он наполовину разрушенный даже. Посмотри, у него дыра огромная посередине. Ладно, так, деревня есть, минеральные воды есть. Здесь у нас жители в клетках заперты. Это минеральные водочане. Ну, а почему, а что они в клетках-то делают? Это вот уже надо потом спросить у кого-нибудь другого. Так, ладно, идем дальше. Якоря, смотри, почти на каждой крыше якоря есть. Тут у нас тир какой-то, стрельбище. Опа, винтовка! Это мушкет или как оно там называется? А ну давай постреляй, давай! Да, я сейчас тебе вот так возьму эту винтовку. И вот так вот, а пули есть? Пули есть. Так, она заряжена. И вот так, опа! Вот так попадаю, вот так попадаю. Ага, вот так. Одна пуля была. Я тоже тогда себе возьму. Мне кажется, это шайтан-машина нам... Точно сегодня пригодится. Ну это чисто случайность была. Это я думал, это живая мишень. Это минералевчанский был. Так, ладно. Здесь у нас патроны. Вот патроны мы заберем. Тогда давай половину я, половину ты. Ага. Всё. Так ты все забрал из сундука. Ну тогда я все заберу так. Ты в этот дом, я в другой дом забегу и посмотрим, что там внутри находим. Алмазики, наконец-то, хоть я первый раз в жизни нашла алмазы. Так у меня тоже два алмаза в сундуке.
Так, 5 бутылочек рома, это я заберу. Бухло оставь на месте! Так, ты, если тебе порох нужен, ты забирай, он в сундуке лежит. О! Ну-ка, да, даже в минеральных водах криперы водятся. Так, давай, иди сюда за мной. Я в этот дом, ты в другой дом. Так, здесь у нас фортепиано, пианино, здесь у нас пусто... Там 2 алмаза было, здесь пустые вообще сундуки. Иди в другой дом, проверь, что там находится. Так, я вот в этот побежала, сейчас вот интересненький дом, конечно, очень... Ой, давай. Нифига. Чё, чё? Затопленный. Так, ну тогда аккуратно смотри. Алмазы! Да, нифига себе, это чё, сейчас в каждом сундуке получается по одному алмазу будет? Не, ну подожди, мы как бы в пиратском городе находимся, они же вот это, они воруют, грабят всех. Поэтому неси столько кучу этих, вот это, алмазов и надыбали. Так, иди вот в этот сундук, посмотри. А я зайду и посмотрю, что здесь у нас находится. Кать! Ау! А мне кажется, в этом домике что-то поинтереснее, чем алмазы даже. Ну да, у меня тут вообще порох и 2 заключенных каких-то. А, ну погоди. Если я это себе на башку надену... Опа! Посмотри на меня! Ну, слушай, ну тебе прямо идиот. А ты в прошлой жизни не был пиратом? А это тогда твоя шляпа. А ну давай, бери ее. Так, сейчас попробую. Опа! Как тебе перышко в моей башке, а? Слушай, ну это что-то вообще нифига не пиратская шляпа, это что-то странное. Так, слушай, что тебе странное-то, а? Я пиратка самая настоящая. Ладно, ты пиратка, так, а в сундуках у нас... Ну, конечно, 4 бутылки рома у нас здесь находятся и сабля капитана. Так, это у меня уже 10 бутылочек рома, отлично. А у тебя что там в сундуке? Я же говорю, ром и сабля. И у тебя сабля, а ну давай в руку возьми. А, смотри какая. Так ты сейчас настоящий пират. А ты посмотри, какая у меня огроменная. А почему у тебя такая крутая, а у меня не очень? Потому что я мужик, у меня больше должно быть, понимаешь, сабля? Да, я все поняла, что у тебя там больше должно быть. У меня тут в голове такая теория закралась. А что, если эта деревня раньше была водой? И вода просто высохла, корабль сел на мель, и теперь вот он стоит такой заброшенный, а люди построили здесь деревню. Так это уже не пиратская деревня какая-то получается, это Атлантида какая-то уже тогда получается. Так, дверь за надо. Я видел, как там крипер прошел и даже на нас внимания не обратил. Там телескоп, в сундуке телескоп, возьми телескоп. А чё я-то телескоп-то должна взять? Телескоп, а что это такое вообще? Опа. 8 алмазов в одном сундуке и дофига изумрудов! Ты вообще где, на крыше, что ли? Ну нет, а так, я забираю, пока не поздно, пока Катя сегодня стороты взяла. Так, у меня уже 41 алмаз. Так, а на крыше что у нас интересного? Это через эту же трубку можно смотреть, она увеличивает. Смотри, я тебя прям вижу. Подожди. Опа. Так это реально получается, мы вообще на дистанцию можем смотреть, что там вдали находится. Я вижу у тебя, я у тебя блошек вижу у тебя в голове. Нет у меня никаких блошек. А ну, опа. Здорово! А ну, помаши что-то. И это я тебя тоже буду пучить. Так, а вот эта вот фигня, как она называется? Она же должна стрелять, не? Она же должна работать в пиратском городе или нет? Или как? Это называется пушка ядерная. Туда вот этот шарик черный пихается. Ядерная пушка она называет. Подожди, подожди, ее поджечь тогда надо вот этим. Или она выстрелит не... Аккуратненько. Ну, в принципе, нормально. Так, ладно, спрячу я на всякий случай зажигалку, никуда я тыкать не буду. Давай тогда ром бахнем! Бутылочку я, бутылочку ты! Я все выдула, извини. Ну тогда моя очередь. Опа! Мать моя женщина, ты посмотри, сколько у тебя сердечек новых прибавилось! Да я вижу, а еще вот смотри, у нас друг на крыше. На 15 секунд, какой друг на крыше? Опа! Так смотри, у меня же есть вот эта пукалка, сейчас. Аккуратно, Опа, и вот... И вот, и все, и мистера Крипера больше нет. И что ты так с каждым мистером Крипером, конечно, будешь поступать? Конечно, с каждым, а чё, чтобы он не взрывался. Так, мы еще не были вот в этом доме, давай вот туда забежим и посмотрим. Я тебе все же предлагаю, может, на вот этот заброшенный корабль отправиться? Вдруг там внутри что-то будет, не? А может, не надо, мне что-то страшновато, вдруг там призраки. Какие призраки? Так, а ну давай вот сюда зайдем. Здесь, смотри, какая-то другая дверь. А внутри... Так, веди себя спокойно, разговаривай как настоящий пират. Иди сюда. Так я не умею как пират разговаривать. Ну постарайся как пират разговаривать.
Йо-хо-хо, бухту мне взад! Куда тебе бухту? Привет, приветствую вас, пираты! Здравствуйте, это Екатерина, плавник акулы, а я Эдуард Сухой Глаз. Вот нас так зовут. Это наш клич. Вернись сюда! Да, я да. Что? Мы новые пираты. Примите нас в свою стаю диких дикобразов. Что-то мне кажется, они как-то, ну, не, честно сказать, не очень рады нас здесь видеть. Мне кажется, он меня нюхает со всех сторон. Или что он делает со мной? Ну ты, Рома, бахнул, поэтому он тебя и нюхает. Да я ж знал то, что пираты не очень такие дружелюбные. Ну чё вы сразу на свои кулаки поднимаете? Ну мы же тоже пираты почти. Так, иди сюда нафиг. Вот, вижу корабли, вижу корабли. Бежим. Нафиг, одного уже кокнул. Кто ещё ко мне сюда подойдёт, а? Предупредительный выстрел только что был. Обратно все отошли, обратно. Так. Нафига ты защитник мой. Конечно, защитник. Так, я тебе предлагаю, нафиг садимся на вот эти маленькие корабли и уплываем. Подожди. В телескоп. Вот уплываем туда, к этому большому кораблю. Только у него парусов даже нет, мне кажется, он тоже какой-то заброшенный. Так подожди, ты сама, давай не надо торопить события. Вот я сейчас сяду на эту лодочку и просто поплаваю тут как уточка. Блин, это, конечно, все прикольно, но что-то у меня это защекотало в одном месте. Может, все-таки в заброшенный корабль пойдем? Ну, кстати, я тебе изначально предлагал, чтобы мы туда с тобой и пошли. Но я уверен в том, что у них же должно быть где-то здесь сокровище. Они же пираты. Они должны были его где-то зарыть. И мне кажется, если оно где-то и будет, то, возможно, в этом корабле. Ну, или хотя бы там будет какая-то... О, мисс Крупер! У тебя же сабля есть! Саблю достань и когти его! Быстро! На тебе! Да не меч алмазный, а сабля у тебя же есть! Я еще не научилась ей пользоваться. Короче, я тебе вот что говорю. Скорее всего, все боятся заходить в этот заброшенный корабль. Именно поэтому они там его и спрятали. Ну тогда давай в него и отправимся, и посмотрим, что там находится. Кстати, солнце заходит, скоро ночь, и они нас с тобой, Кать, не заподозрят то, что мы в него зашли. Поэтому саблю в зубы возьми, или пушку вот эту, которую ты нашла. И да все, давай, пойдем. Иди сюда. Так, давай, иди заходи первая. Давай первая заходи. Почему я первая? Ты и ты иди первый. Мадамам вперед, девушек пропускают вперед, давай иди. Слушай, ты мужик, у тебя сабля длиннее, иди ты и заходи. Ладно, все. Так, ну тут все заминировано, тут везде ТНТ. Так, ты только зажигалку убери. Стой на месте! Там что, скелет что ли был? Там скелет был, а здесь... Мы богаты! Ура! Подожди! У них все это время было сокровище под глазами, они его почему-то не забирали? Смотри, тут какой-то сундук есть проклятый. Давай откроем. Это не надо, давай никакие проклятые сундуки мы открывать не будем. Давай тогда просто забираем вот эти все алмазные блоки, изумрудные, золотые и сваливаем нафиг отсюда. Да ты чё, сыкунишка, что ли? Ты не хочешь его открыть? А вдруг там вообще несмыслимые какие-то богатства? Вот ты чё, никогда в фильме про пиратов не смотрела? Там всегда, когда они находят какие-то проклятые сундуки, потом жопа какая-то происходит. Давай мы его открывать не будем, я тебя умоляю. Просто заберем эти блоки и свалим. Да мы в Майнкрафте, что здесь может произойти? Короче, я открываю, все. Ну тогда ладно. Что будет, то будет. Я тут, если что, ни при чем. Я даже не с ней. Давай. Так, раз, два... Три! Аллилуйя! Я же говорила! Тут просто дофигища алмазов! Ну вот, а ты боялся, ничего же не произошло такого критического, все нормально. Ладно, тогда сваливаем отсюда, а то я уже думал, у нас какое-то проклятие накинется. Все, давай. Все, погнали. Что за фигня? Это ты там что-то включила или что это было сейчас? Я ничего не включала, оно откуда-то с потолка как будто взялось, блин. Кто докинул? Белый экран какой-то. Так,
Чё за фигня? Ты чё, переодеться успела за 2 секунды только что? А ты сам-то на себя посмотри, ты тоже что ли, у тебя в шкафчике тут одежда лежит? Как я за 3 секунды полноценно пиратом успел стать? Подожди, я что, тоже пиратка, что ли? В чем я вообще? Ёпрст, что за лохмотья? Да не лохмотья, ты прям красивая такая, тебе прям идет. Ты мне ответь на вопрос, это что сейчас было? Если бы я знала, я тебе с радостью бы ответила, но я не знаю. Так, может это все же вот этот сундук, ну ладно, без разницы. Так мы ж пираты тогда сейчас полноценные получается, мы можем сейчас отправиться в этот бар, и они нас... Бар, точно! Да, и вот, и они нас больше бить не будут, потому что они сейчас примут нас за своих, наконец-то. Так, Катя. Так, чур мне баночку рома. Проходите первое, я уже прям... Так, здорово, пацаны! Жахну его, вот так. Так! Тусовка закончилась, походу, мы все проспали с тобой. Просрали они, проспали. Ну, конечно, посередине ночи уже, конечно, не спать. Слушай, а может они там на корабль свой пошли? Мы же видели огромный корабль там в море. Может, они сейчас там находятся? Может, они сейчас куда-то уплывать будут? Давай, может, успеем к ним заскочить и вместе с ними пойдем грабить всех. Так, если что, мы с вами пираты! А смотри, да, они... так это, подождите нас! Они стоят, ждут нас, походу. Это что-то не похоже на пиратов, слегка так, чуть-чуть совсем. Да нет, вроде пираты, но только что-то какие-то, подожди. А чё у них ноги прозрачные, у меня такой вопрос? А может они просто рома перебухали? Чё-то мне нифига не кажется, что они рома перебухали. Знаешь, чего они перебухали, походу? Они проклятого сундука вот этого перебухали, походу! Вот что с ними и произошло, мне кажется! А чё я-то? Я-то ничего, да ты мне сказал открывать его, я и открыла, а чё сразу я-то? Я тебе наоборот говорил не трогать его, сейчас посмотри, что с этими пиратами стало! Так погоди, ну мы ж пираты, вдруг они к нам дружелюбно отнесутся? Ребят, да мы к вам с миром, я ваш сундук, честное слово, не трогала. Ой, да я пошутила, да я ничего вам делать-то не буду, послушай, помогай мне, спасай! Чё-то мне кажется, они совершенно недобрые, так же, как и проклятый сундук, чё-то совершенно недобрый. Тебя не смущает то, что мы с тобой за секунду превратились в пиратов? Так, я двух уже... Ты мне даже патронов не оставил, все себе забрал, мне это, чего отбиваться-то? Чё-то, иди на корабль, я тебя здесь жду. Да! Бегу! Блин, они меня калашматят! Они к сундуку точно не пойдут, не подойдут, сундук же проклятый! Они в этот корабль даже зайти толком не смогут! Так, держи половину моих вот этих патронов, забирай! Ну вот, что нам теперь делать-то, а? Что, как нам теперь отсюда выйти-то? Они по-любому там сторожат. Мне кажется, их там уже даже толком нет, я всех уже перерубил со своей вот этой пуколки, там последний остался. Поэтому давай сюда подойдем, сейчас последнего кокнем, и они убегут. Ну, а, не всех перебил, да? Не последний, да, вали их, что ты смотришь? Да, валю! Давай, еще один! И попало! Все, молодец! Ну все, вот мы всех и кокнули, больше нет никаких пиратов, а ты переживала. А вот. Нет, подожди, последний остался, вон бежит последний, еще один остался. Отойди в сторону! Да! Кокнул. И я еще одного! Нет, опять мимо, ну короче, я это научусь стрелять, но все равно. Подожди. И на тебе! Чё-то мне кажется... То, что они совершенно не кончаются. Убиваем одного, возвращаются 2 на их место. Тебе так не кажется? Я все поняла, не трать патроны. Это бесконечно, они бессмертны. Так я говорю, они в проклятом городе находятся. Мы их убиваем, возвращаются новые. И что нам теперь делать? Как нам сбежать отсюда? Вот и я не знаю, как нам сбежать. Но проблема заключается в том, что это все из-за проклятого вот этого сундука, который я говорил, не трогать. Слушай, ну там было 10 алмазов, но сейчас я их верну в этот сундук обратно. Ну чё-то я очень сильно сомневаюсь в том, что это поможет нам избавиться от этого проклятия. Чё нам дальше-то делать, а? Я предлагаю сейчас их перерубить, выиграть время, добежать до пирса по лодкам и свалить просто отсюда. Ну это как идея, ну всё, мы тогда всех перекокошили, ещё последний бежит. Да, всё, всё, побежали! Быстро с этого города! В следующий раз, когда... Он передо мной появился! В следующий раз, когда я тебе скажу, не трогай проклятый сундук, это значит не трогай проклятый сундук! Да я уже поняла, что проклятый сундук трогать не надо! Так, все, одна моя лодка, другая... Или давай в одну садимся, неважно, давай! Все, в одну, я с тобой, я не умею плавать, все, побежали!
Сваливаем, Катя, отстреливайся от них, если они там сзади нас! Они все на причале вот там стоят до сих пор! Вот чё-то мне сразу эта идея не понравилась с проклятым городом пиратов. Но зато смотри, какие мы с тобой модные, а? Ну зато я оставила всё-таки парочку алмазов себе. Ах, ты жопа хитрая. Ну я себе тоже, кстати, примерно полстака оставила. Но на новый корабль хватит. Станем настоящими пиратами.